Здравствуйте, мои уважаемые зрители! У нас ежедневный расклад карты выходного дня 26-27 декабря. Давайте посмотрим, что нас ожидает в эти выходные. Расклад у нас будет по знакам зодиака. Что ожидает зрители этого видео 26-27 декабря? Овны. Здесь паж кубков. Ну, смотрите, паж кубков — это в первую очередь дети. Кто-то будет очень хорошо проводить время со своими детьми. Может быть, куда-то пойдете. Подарки, развлечения. Ну, у кого не закрыто все. Конечно, еще карта может говорить о влюбленности, о начале новых отношений. Кто-то вам может сегодня признаться в любви. Кто-то получит предложение руки и сердца. Кто-то может сегодня помириться, если вы были в ссоре. Ну, тут помириться может не обязательно любовный интерес. Может быть, друг, родственник. Также у нас паж кубков — это зарождение какой-то идеи, замысла, проекта, над которым вы в выходные дни будете раздумывать. Это может быть связано с бизнесом, с хобби, с самореализацией. Ну, может быть, замысел связан, как провести Новый год, как отметить, куда поехать. Еще паж кубков – это сообщение, известие от людей, которых вы любите. Это могут быть друзья, родственники. Может быть, это общение через интернет, какие-то сообщения, поздравления с наступающими праздниками. Ну, может быть, будет много общения. Хорошо. Телец. Так, здесь у нас ведьма. Ну, старший аркан маг. Да, карта говорит, на выходные вы будете очень активны. У вас появится очень много энергии, энтузиазма для воплощения ваших идей, замыслов в жизнь. Здесь, конечно, карта говорит, поставьте перед собой поистину важную для вас цель. Потому что по магу вы можете своротить горы в эти выходные. Поэтому, как бы карта говорит, действуйте. У вас будут все возможности, все ресурсы, чтобы реализовать то, что вы запланировали на выходные дни. Хорошо, близнецы. Рыцарь жезлов. Ну, здесь у близнецов будет очень много энергии, сил. Как бы карта говорит, вас будет переполнять энтузиазм. Может быть, будет много поездок. Ну, это поездки, может быть, покупка продуктов, подарков. Может быть, вы в какую-то поездку отправитесь в выходные дни. Да, кого-то могут отправить в командировку. Кто-то, может, поедет в отпуск. Кто-то, может быть, будет переезжать. Но вообще, рыцарь жезлов у нас очень активная карта. И она говорит, все, что вы запланировали на выходные, у вас все получится реализовать. Да, еще она говорит, может быть, какая-то ситуация будет развиваться очень стремительно. И вам необходимо будет принимать быстрые решения. Ну, скорее всего, это все, что связано с нашим домом, с семьей или с отношениями. Да, у кого-то здесь может быть на пороге новые отношения. Мужчины познакомятся с женщиной огненной стихии, Овен, Лев, Стрелец. Но женщины вот с таким рыцарем. Как бы карта говорит, да, это новый партнер или партнерша, о котором можно только мечтать. Но не стоит этого человека идеализировать. Хорошо, раки. Ну, раки тут тоже куда-то помчались. Рыцарь мечей. Очень много планов. Очень много идей, замыслов. Но тоже очень много передвижений. Конечно, как правило, это событие связано с неожиданностью. Может поступить звонок, сообщение, которое заставит вас отправиться в дорогу. Кто-то неожиданно может уехать в командировку. Кто-то поедет, не знаю, на выручку кого-то. Ну, например, друг позвонил, колесо пробил. Приезжай, помоги. Но это как вариант. Да, кто-то из раков может познакомиться с представителем воздушной стихии. Это у нас близнецы, весы, водолей. Конечно, еще рыцарь мечей может показывать конфликт. Это может быть какой-то посторонний человек,
А может быть, это и в отношениях с кем-то. Здесь вам карта говорит, все-таки вы раки, вы водной стихии, вы эмоциональны. А вам нужно постараться сохранить вот в этом споре, в конфликте с этим человеком ясность, ума, трезвость. То есть как бы хладнокровно смотреть на то, что будет происходить. Не поддаваться, не попадать под эмоции. Это поможет вам или одержать победу в споре, в конфликте с этим человеком, или поможет вам просто отстраниться. Потому что спорить, переубедить, доказать что-либо этому человеку невозможно. Его нужно просто оставить. Ну, у него меч, этот человек разумный, он остынет, поймет, что был неправ или была неправа. Это может быть и женщина. И конфликт сойдет на нет. Но если вы вяжетесь, то тут может быть даже война. Поэтому сегодня будьте аккуратней. Хорошо, Лев. Так, Лев и десятка мечей. Да, Левам сегодня нужно или закончить какую-то ситуацию, или под чем-то подвести черту. Да, иногда нам больно что-то заканчивать, но иногда мы по десятке мечей чувствуем облегчение, что наконец-то что-то закончилось. Конечно, как карта выходного дня, я не скажу, что здесь кто-то может уйти с работы. Здесь или какая-то ситуация должна закончиться, может быть, что-то связано с вашим домом, с семьей, а может быть, с отношениями. Сами вы ее закончите, или она как бы придет к логическому завершению. Давайте уточним. Все-таки выходные. У кого-то здесь заканчивается одиночество, и у вас на пороге рыцарь кубков. Кто-то может закончить какие-то болезненные, тяжелые отношения, потому что у вас появляется новый любовный интерес. Так, десятка мечей, рыцарь кубков. Кто-то, может быть, ждал какого-то человека. Это может быть ваш любимый, это может быть родственник, который наконец-то приедет. Может быть, вот заканчивается период ожидания. Да, вот в связи с тем, что границы были закрыты, может быть, человек не мог приехать. Но, скорее всего, это ожидание заканчивается. Если это касается новых отношений, то карта говорит, вы просто должны быть к ним готовы. Но познакомиться у вас шанс будет. Ну, а кто-то заканчивает брак, отношения, принимает решение расстаться, потому что, скорее всего, вы или влюбились, или у вас на пороге вот такой влюбленный мужчина. Ну, или мужчины сами влюбились, да. Дева, здесь король жезлов. Ну, опять очень активный день. Но вообще у нас вот выходные очень активные. Здесь, конечно, карта, если показывает вас, то вы по королю жезлов можете горы своротить. Если вы очень много планировали на выходные, вы совсем справитесь. Но если у вас нет конкретных планов на выходные, то карта говорит, ставьте себе самые завышенные цели. И опять у вас получится все реализовать. Но также это все-таки не ваша масть. Может быть, для дев будет важен такой король жезлов. Для мужчин, может быть, это ваш отец, друг, сын, ну, может быть, брат, какой-то родственник, который поможет вам реализовать какие-то, может быть, домашние, семейные дела. Ну, для женщин это также может быть ваш родственник, отец, супруг, возлюбленный, взрослый сын, который тоже будет решать какие-то домашние дела. Так, ну, кто-то здесь может и познакомиться. Ну, давайте на одну карту для тех, кто в поиске любви. Так, кто был в одиночестве, у вас на пороге сегодня король жезлов. Но еще смотрите, да, это может быть взрослое поколение, это может быть отец, может быть для кого-то даже дедушка. Все-таки отшельники иногда показывают родителей. Тут или вам нужно будет помочь, или от них поступит помощь, или этот человек, вот кто это, родственник ваш, может дать вам какой-то сегодня дельный совет. И вам нужно прислушаться. Потому что отшельник – человек очень мудрый. Также это какой-то узкий специалист.
Ну, несмотря на то, что выходные, в субботу-то у нас там и юристы работают. Может быть, кто-то будет обращаться к врачу. То есть вот от этого человека будет или помощь, или поддержка, или какой-то дельный совет. Да. Ну, мне кажется, это ваш взрослый родственник, скорее всего, отец, дядя, тот, кто старше вас. Может быть, вы, наоборот, будете помогать родителям. Так, хорошо, весы. Так, у весов старший аркан смерть на выходные. Перемены. Ну, перемену работы мы не смотрим. Все-таки у нас выходные. Здесь могут быть перемены в личной жизни. У кого-то может быть переезд. Но как таковой переезд, наверное, не произойдет. А если вы там к чему-то готовились, искали какой-то вариант, вы сегодня можете что-то подобрать. Или вы что-то продавали, хотели переехать, то тоже тут могут прийти перемены. Ну, также это может касаться любви и отношений. Ну, как правило, смерть говорит о завершении одного этапа и начале следующего. Здесь может быть завершение какого-то крупного проекта, дела. Да, может быть, это связано с вашим бизнесом или с семейными делами. Ну, давайте все-таки уточним, с чем перемены-то у вас связаны. А вот они сказали, туз жезлов. Новое начало, да. Что-то вы из своей жизни уберете из-за того, что у вас что-то новое появится. Конечно, тут прям вот идет работа, но так как у нас выходные, может быть, да, что-то связано с вашим бизнесом. Завершение одного заказа, какого-то крупного проекта и уже начало нового. Но еще здесь может быть заканчивать одни отношения, брак, потому что ну, туз жезлов – это новое знакомство, это сильное сексуальное желание. Ну и также это дорога, отправление в дорогу, переезд. Поэтому какие-то важные, ну я не думаю, что прямо вот сегодня все это произойдет, но во всяком случае вы сегодня это осмыслите, что надо что-то менять и что-то начинать. Может быть, придут какие-то сообщения. Я говорю, подберете удачный вариант, найдется покупатель или тут новая любовь. Так, смерть еще и туз жезлов. У кого-то может наступить беременность. Да, может быть, вы долго работали над этим вопросом. Это туз жезлов, это зачатие. Так, хорошо. Скорпионы. Ну, у скорпионов сегодня умеренность. Очень хорошая, спокойная карта. Она может показывать, что вообще выходные у вас пройдут очень спокойно, размеренно, без каких-либо эксцессов, происшествий, ссор, скандалов. Еще у нас умеренность – это обновление душевных, физических сил. Это приспособление к существующему положению со смирением и спокойствием. Ну, вообще, я думаю, что просто вы будете проявлять уравновешенность в делах, никуда не спешить сегодня, все делать спокойно и гармонично. Да, если кто-то болел, то эта карта говорит о выздоровлении. Еще у нас умеренность лежит между смертью и дьяволом. Как бы карта говорит, что вот вы будете в выходные сохранять мир и спокойствие в душе. Ну, я думаю, просто у вас будут очень хорошие, гармоничные выходные. Тут все куда-то едут, все куда-то спешат, а скорпионы будут релаксировать. Хорошо, стрельцы, старший аркан звезда. Да, ну смотрите, вообще как карта дня, старший аркан звезда говорит, что сегодня все, за что вы не возьметесь, все у вас будет получаться, причем легко и спокойно. Потому что по старшему аркану звезда вы будете находиться в гармонии с собой и с окружающим миром. Да, может быть, у кого-то из стрельцов какое-то заветное желание сегодня исполнится. Ну или вы сделаете шаг на пути к своей цели. Но в любом случае карта дня говорит, что сегодня вы получите массу положительных эмоций даже от простых повседневных дел. Но еще здесь может быть неожиданная помощь от кого-то.
появление нового друга, ну, а также появление новой любви для тех, кто в поиске. Хорошо, Козерог. Так, старший аркан дьявол. Вот как я сказала у нас, смотрите, смерть, 13 аркан. Умеренность, 14 аркан. Ну, звезда у нас немножко перепрыгнула. И идет дьявол. Ну, дьявол это искушение, соблазны. Желание что-то купить, что-то съесть, куда-то съездить. Это может быть еще искушение, связанное с противоположным полом. Да, если эти искушения не наносят мне никому вред, то почему бы и нет? Надо себя иногда баловать. Но если это противоположный пол, и, например, вы не свободны, то подумайте о последствиях. Они для вас могут быть отнюдь не безобидными. Но еще это материальная сторона нашей жизни. Это может связано с наступающими праздниками. Может быть, вы сейчас полностью зациклены на том, чтобы купить еду, накрыть хороший стол. Может быть, куда-то поехать. Давайте одну карту. Что у вас тут искушать-то будет? Так, паш мечей. Прояснить какую-то ситуацию, получить какие-то известия. Может быть, кто-то ждет крупную денежную сумму. Или еще, смотрите, дьявол – это могут быть кредиты. Искушение-то есть что-то купить, но по пажу мечей будьте аккуратнее, осознаннее. Вот вы что-то купите себе на Новый год, подарок себе сделаете, там, телефон, там, машину, ну, у всех запросы разные. И влезете в кредитную кабалу. А вам говорят, будьте аккуратней, рассчитывайте свои силы. Ну, тройка кубков. Ну, хорошо провести время, да. Может быть, куда-то поехать. А, но здесь может быть еще у кого-то знакомство по дьяволу. Тут будет страсть, желание. Кто-то узнает. Вообще у нас, да, у нас дьявол – это я хочу, да, это желание. Причем страстное, непреодолимое. Кто-то, может быть, сегодня узнает, что вы беременны. Вот прояснение. Кто-то, наконец-то, получит предложение руки и сердца. Кто-то познакомится. Но вот все-таки у нас это получение результата того, чего вы очень страстно хотели. И сегодня появятся какие-то новости. Ну, а также это зачатие, рождение малыша, приглашение на какой-то праздник, поездка. Ну, то есть то, чего вы очень хотели. Да. Хорошо. А то я вам тут страшилок наговорила. Водолея. Девятка кубков. У водолеев очень хорошо пройдут выходные дни. Вы будете полностью довольны. У вас будет очень хорошее настроение. Может быть, вас пригласят на какие-то праздники, на свадьбу, на юбилей, на день рождения. Может быть, это хорошо провести выходные со своим любимым человеком. Ну, девятка кубков говорит, что человек находится в добром здравии, в эмоциональном благополучии. То есть он доволен тем, что у него есть. Вот за спиной стоят 9 полных кубков. Конечно, еще эта карта говорит об исполнении желания. Ну, а желания-то у всех разные. Но в любом случае выходные пройдут у вас очень хорошо, приятно. Рыбы. Старший аркан мир. Да, смотрите, как карта дня. В первую очередь она говорит, если вы были с кем-то в ссоре, сегодня вы можете помириться. Но еще в выходные дни вам нужно завершить все дела. Вот то, что вы когда-то отложили, вот закончите все, чтобы вы в Новый год вошли без хвостов. Все-таки у нас старший аркан мир – это завершение одного этапа и начало следующего. Конечно, это очень глобальная карта. Может быть, она говорит, что в выходные вы будете очень много общаться через интернет, может быть, с людьми из других городов, из других стран. Но еще это могут быть более глобальные изменения. Кто-то может встретить свою вторую половинку. То есть это завершение этапа одиночества и начало новой жизни, но уже с партнером. У кого-то, может быть, произойдет зачатие, рождение малыша.
Вы меняете этап жизни на родителей. Кто-то может получить прям перед самым Новым годом. Так, нет, работу не смотрим, выходные дни. Может быть, кто-то сейчас реализуется через интернет. У кого-то какие-то сообщения, связанные с миром, с эмиграцией, с переездом, смена места жительства. Но в любом случае карта говорит об успехе, которым увенчались все ваши усилия и которые приводят вашу жизнь к переменам. То есть 21 аркан, потом идет шут, уже нулевой. Да, вот на такой прекрасной ноте мы сегодня заканчиваем. Это была карта выходного дня 26-27 декабря. Хороших вам выходных, берегите себя, до свидания.